Вот они, еще вчера студенты, ныне выпускники. 24 человека. Сегодня в зале Дыкозаря в торжественной обстановке они получают свои заветные дипломы. Желаю, чтобы друзья студенческой поры остались с вами на всю жизнь. Чтобы память хранила лучшие и приятные моменты времени учебы в колледже. Желаю не останавливаться на достигнутом, а развиваться, совершенствоваться в профессиональной деятельности. Все выпускники, которым сегодня вручили диплом, получили среднее профессиональное образование по квалификации юрист. Сегодня у нас выпускной у специальности правоохранительная деятельность. Им присуждается квалификация юрист. Это у нас уже третий выпуск. В колледже у нас обучается на очном, вот и конкретно филиале, это пожарная безопасность и правоохранительная деятельность. Остальные специальности мы набираем на заочное, на дистант. С получением диплома перед выпускниками открывается большой горизонт возможностей. Это и вступление в ряды полиции, или работа в Следственном комитете, адвокатуре или судебной системе. Диплом с отличием вручили Ксении Виноградовой. Квалификация юрист для нее – это лишь одна из ступеней образования. Она уже получает образование высшее, учась в правовой академии. Чтобы не обижать младших и слабых. И справедливость и ответственность, как бы, мне это присуще. Вот. Из-за этого я пошла на эту профессию. А это еще один выпускник – Буторин Владислав. Он отмечает высококвалифицированность преподавателей, которые обучали его профессии все эти 3,5 года. В колледже мне больше запомнились преподаватели, их профессиональность, их подход к учащимся. Для выпускников начался новый этап в их жизни. Педагоги колледжа уверены, что он будет наполнен только успехом.